встанем. Пока еще с вами мы живы, и правда за нами. Там сверху на нас кто-то смотрит родными глазами. Они улыбались, как дети, и в небо шагали. Встанем и ближе к ним станем. Встанем. Пока с нами рядом Господь и истина с нами. Мы скажем спасибо за то, что победу нам дали. За тех, кто нашел свое небо и больше не с нами. Встанем и песню затянем. В нашей поддержке. Наши теплые слова, наша помощь, которую мы собираем всей страной, говорит о том, что народ и армия едины. Это не пустые слова, это то, что сейчас наши ребята там на передовой чувствуют как никогда. Они знают, что сердце каждого гражданина нашей страны бьется ради них. Встречайте! Участники специальной военной операции. Среди них летчики, пехотинцы, артиллеристы, десантники, танкисты и моряки. Капитан второго ранга.
фланга Руслан Гусейнов на территории подконтрольной Бразилии. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Дорогие друзья, добрый день! Мы встречаемся с вами в преддверии Дня защитника Отечества. В этом словосочетании, в этих словах есть что-то мощное, огромное, я бы сказал, мистическое и святое. Недаром одна из самых известных молитв начинается со слов «Отче наш». Отче, Отец. И в этом есть что-то очень близкое каждому человеку. Мы ведь говорим тоже и «Родина-мать». Речь идет о семье. Речь идет о чем-то огромном, мощном. И в то же время близком сердцу каждого человека. Это и Родина, это и семья. А по большому счету и Родина, это семья в нашем сердце – это одно и то же. И есть люди, вот они здесь стоят, рядом со мной, слева, справа. Есть люди, которые принимают для себя решение защищать самое святое и самое дорогое, что у нас есть – семью и Родину. И сегодня в рамках специальной военной операции, вот мы здесь с вами собрались на, по сути, праздничное мероприятие, но я знаю, вот сейчас только слушал высшее военное руководство страны о том, что прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей. Его ведут такие же мужественные бойцы, которые здесь стоят сейчас, рядом с нами. Они сражаются героически, мужественно, храбро. Мы гордимся ими, гордимся. И в их честь трижды ура! 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 Они должны услышать наше приветствие. Сегодня их поддерживает вся страна. А это значит, что каждый, кто это делает, в известной степени тоже является защитником Отечества. Это и медработники, которые помогают нашим бойцам вставать на ноги. Это и врачи, и медсестры, и нянечки. Это, конечно же, и работники оборонных предприятий, транспортного сектора. Все, кто это делает, дорогие друзья, это и вы все вместе, которые пришли сегодня поддержать наших бойцов. Спасибо! Это даже дети, которые пишут свои письма в поддержку наших бойцов. Это очень важно. В этом смысле сегодня при защите наших интересов, при защите наших людей, при защите нашей культуры, языка, территории, весь наш народ является сегодня защитником Отечества. Низкий всем поклон. Поздравляю вас с наступающим праздником, Днем защитника Отечества! Звучит гимн Российской Федерации! Thank you.
Когда мы вместе, нам нет равных. За единство российского народа. Ура! Россия! Все мы знаем, то, что сейчас происходит, непременно закончится победой. Потому что наша сила в правде. Победа будет за нами. Слава нашим защитникам Отечества! Спасибо вам и низкий поклон! Во время Великой Отечественной войны броню фашистских тигров и пантер сжигала наша советская самоходная установка ИСУ-152. А солдаты называли ее просто «Зверобой». Группа «Зверобой» — наша победа! Войну.
Вячеслав!